На 30% больше жителей пожаловались на проблемы с отоплением в этом году. Об этом рассказали специалисты. Сегодня они подвели итоги отопительного сезона, который завершился 15 мая. Чаще всего обращались горожане из-за холодных батарей. Проблемы возникали с управляющими компаниями. По итогам года 21 обслуживающая организация в городе не получила паспорт готовности к зиме. В их работе нашли больше 200 нарушений. К примеру, ЖСК, самая крупная УК в городе, не ввела в эксплуатацию приборы учета в 180 домах. Часть обслуживающих организаций лишили лицензий. На одну даже подали в суд. Часть получили штрафы. По результатам рассмотрения административных дел, возбужденных службой, к административной ответственности привлечены должностные лица и управляющие организации на сумму более чем 2 300 000 рублей, ну, наверное, затраты несопоставимые с теми затратами, которые необходимо было вложить для того, чтобы подготовить дома к отопительному периоду. Но больше, говорят, штрафовать не будут не потому, что управляющие компании стали работать лучше, а по закону правительство запретило плановые проверки на многих предприятиях, чтобы помочь им в условиях нынешней экономики. Проводить специалисты могут только профилактику. Там, где мы будем видеть перекосы в работе управляющей организации в части проведения текущих ремонтов, мы будем обращаться в прокуратуру.